Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, и мы находимся на рейде базы Нацка. Что это за база такая у нас топовая сегодня? Ага. Ага. Классно. Нравятся мне эти топовые базы. Блин, что за хрень, а? Могли бы давать нормальные базы, как было это на той неделе. А, я уже скучаю. Класс, тут вообще сундуков нету. Блин, что-то мне эта база напоминает. Я помню такую хрень с двумя амбарами. Так, ну, ладно, что, буду разрушать тогда, что делать? Другого выбора не вижу. Тут все надо рушить, да? Да, везде нужна сишка. Ладно, ставь тут, какая разница. Здорово, пацаны. О, неплохо, слушай, 8 ящиков. А, как медленно, я забыл модифицировать оружие, блин. Это тупняк. Тупняк, тупняк. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут интересного. Я надеюсь, что что-то интересное-то будет. Так, смотрим первый ящик у нас. 13 железных слитков. Это топово. Раз, два, три, четыре. Смотрим. Камушки, 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 камушки. Ну, доски я еще заберу, наверное, доски пригодятся. Камни, возможно, тоже заберу, не факт, ну. Так, здорово, зомбики. Давай, ты стой тут, а я этих пока побью. Так, броня пока есть. Вроде пока не испортилась, значит, жить можно. Только побыстрее, пожалуйста. О, красненькая стала. Окей. Давай беги сюда, бугай. Я пока открою, ты не против, надеюсь. Давай, давай, братик, давай. Тебе пора на покой. Отдыхай, спокойно, лежи там. Ух ты, сколько еды у нас тут, а. Морковочка, это хорошо. У меня морковка заканчивается как раз. Это тема, да, морковка, это очень хорошо. Морковка всегда нас спасет. Мясо тоже нас спасет. Морковочка еще. Класс, мне нравится. Супер база. Так, смотрим, что у нас тут. Раз, два, три, четыре. Кожа, 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 кожа. Кожа мы забирать. Кожа мы любим. Это тоже заберу. Так, раз, два, три, 4. Ну, а где мои 5 красных талонов? На таких же базах всегда эти талоны, блин. Ладно, пойду заряжу в чомпер, положу сишку, не дай бог, сейчас взорву еще что-нибудь, если я знаю. Может, тут база еще есть, может, я просто ошибся. Тут еще есть такая большущая база, где-то нет. Печенька. Ну, пока положу то, что нашел. На, аптечки тоже можно положить. В принципе, один штук мне хватит, если вдруг. Там уже у меня столько морковки. Я же пришел все за морковкой, ёпросите. Морковка это тема вообще. Так. Ну что, здесь больше ничего нету. Блин. А зомбики-то придут. Уже пришли. А у меня брони нету. Окей, класс. Давай, давайте я быстрее вас замолю, пока мисс толстяки не пришли. Так, меняем левую руку на правую и бьем дальше. Так, все, начинается проблема. У меня нету хила, нету брони. Броня. Блин, у вас что, трое тут было, что ли? Фига вы борзые. Так, ну, так, я вот тут журнал, ёпрасоте. Всю жизнь хотел журнал. Че, серьезно, на этой базе больше ничего нету, да? Ну то пора я тогда. Блин, журнал, нахрена. Нахрена мне нужен, конечно, но я его заберу, потому что, как я полагаю, тут больше ничего и не найду. Классно. Нравятся мне эти такие базы. Как же я их обожаю. Что тут взять-то вообще? Может, что-то пропустил. Так, стоп.
Заберу, наверное, вот это 20 мяса. И ну, здесь больше нечего забирать. Здесь смы. Не понял. А я что? Охренеть. А мне показалось, я всех открывал. Лол. Тут топовый лут был, оказывается. Я мог его пропустить сейчас. Охренеть. Вот это я бы сейчас лоханулся. О, смотри, сколько оружия, ребят. Вот это... Охренеть. Вот это реально топ. Так, микросхема иди нахер. Слитки идите нахер. Кожа иди нахер. Птички. Ну вот. Обойдусь, наверное, я вот так сделаю. Пистолет, катана, магнум, разрушитель, доски, идите нахрен, морковка, морковка, идите нахрен, вот так, вот так и вот так. Охренеть, я такого не ожидал. То есть в одном сундуке, который я чуть не пропустил, у него был весь топовый лут. Это, то есть у нас катана, мачете, две катаны, мачете, две мачете, два, две кувалды, один разрушитель, пистолет, ВСС, почему я говорю СВД? Пытаюсь сказать СВД, дробовик М16. Слушайте, неплохо, 12 оружия, из которых 3, 4, 5, 5 огнестрела. Так, может, я еще что-то пропустил? Так, тут доски, понятно, тут камни вроде были, да? Тут у нас... Нет, больше ничего не пропустил. Ну это охренеть, вот это я сейчас прошелся мимо, ушел домой. Да, я думал, почему... Я был уверен, что я открыл его, ну, то есть я его сломал, я думал, там посмотрел. Оказывается, нет. Ну, тогда хорошо, лут хороший, мне нравится. Топовый лут, можно сказать, даже в одном ящике. Топовый лут, смотрите. Не, да, реально круто. Ну а на этом все, ребятки. Если вам понравился этот рейд, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока, до скорых встреч.